Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов пообщался с жителями села Парфенова. Встречу организовали по просьбе активистов села. Один из наболевших вопросов – неудовлетворительное состояние детской площадки. Игровые элементы требуют ремонта, вся территория заросла травой. Активисты села также попросили установить на ней освещение, чтобы ребята смогли играть на ней и в темное время суток. Теруправление уже задачу поставил, чтобы провели детскую площадку в норматив. Хотя бы провели покос, дальше заполнили песочницы, покрасили элементы. И то, что сломано, будем менять в кратчайшие сроки. На встрече прозвучала также претензия жителей на плохую уборку дорог в зимний период. Некоторые из проездов необходимо поставить на баланс муниципалитета, чтобы можно было проводить уборку более комплексно. Глава округа дал поручение взять вопросы жителей в работу. Мария Ревека, Антон Коврижных, ТВР-24.